Центральной детской библиотеке «Славянка» прошел музыкальный вечер, посвященный 150-летию со дня рождения святого Серафима Вырицкого. В праздничном концерте принял участие клиросный хор храма, который построен недалеко от библиотеки. Многие читатели одновременно являются прихожанами церкви Серафима Вырицкого, а творческий коллектив появился там 6 лет назад. Его организовала Надежда Тиманкова. В программе традиционные церковные песнопения русских композиторов, а также тропарь святому Серафиму Вырицкому, написанный участником коллектива композитором Ильей Овчинниковым. У нас просто чувствуется связь, конечно, с батюшкой Серафимом, так что у нас очень много связано и с Вырицей, и с преподобным Серафимом. Свою программу зрителям представил и детский хор воскресной школы. Девочки исполнили светские песни духовного содержания и читали стихи преподобного Серафима. 150-летие святого продолжают активно праздновать. В программе не только культурные мероприятия, но и паломничество по святым местам.